Самые классные гости, которых я сегодня увидел, это были ребята, выпускники прошлого лагеря. Одно дело получить информацию о противодействии торговле людьми в интернете, в книгах, в учебниках, в школе или в университете. Другое же дело получить информацию от людей, которые что-то делают, работают в этой сфере, и от выпускников прошлого лагеря. Сегодня к нам приехал представитель Толокей, который нам рассказал, как организовать проект от какого-то зародыша идеи до полностью полноценной реализации этого проекта, где искать средства, где найти единомышленников. Мы с ребятами объединились в тематические группы по разработке конкретных проектов, которые мы в последующем постараемся их реализовать. Тема проектов — противодействие торговле людьми.